Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, где я сейчас нахожусь в данный момент? Нахожусь я, друзья мои, в Лиге Сёгунов. Ранг 59. Но, в принципе, шансы, ребята, есть неплохие, чтобы выйти нам в Лигу Мастеров. Опять же, при одном условии: если мы не будем филонить. А сегодня у меня выходной, точнее, как бы сегодня уже, ну да, сегодня выходной, потому что уже новый день, 2 часа ночи, как бы, я после утренних смен. То есть, это у меня будет сегодня выходной, и, а завтра я уже пойду в ночь, получается так. А завтра в ночь это у нас будет, друзья мои, сейчас гляну, это будет у нас воскресенье, получается, да, воскресенье, понедельник тоже в ночь, блин. Как-то не очень хорошо получается. А почему не очень хорошо? Ну, во-первых, буст продинамливаем, это раз. А во-вторых, блин, после ночи приходишь, как-то вот не в кайф после ночи, ребята, играть, если честно. По мне, лучше после утренней прийти. Да, ты приходишь поздно вечером, но у тебя, по крайней мере, время есть. А там ты приходишь, там выбор: либо тебе посидеть, поиграть, либо поспать. Так, слушай, подожди, тут дело пахнет, блин, керосином, друзья мои. Тут дело пахнет, блин, керосином, я тебе вот так скажу. Давай хиляться, срочно причем. Фига себе они тут. А чё это я так, ребята, лопухнулся-то? Я подумал, что смогу с ними разобраться и, видимо... Поверил в себя и вот так вот обделался. Выходит, так что ли? Блин, это свой... Ой-ой-ой, у него мощная атака. Блин. Есть. Ну давай. Да макарек. Ну а ты, Эйприл, 56 уровни. Не могли ребята справиться с каким-то сплинтером 50 левела? Ну что за бред? Ну... Серьезно, ну как так может быть, блин? 6 уровней, это что-то да значит, все-таки, согласись. В некоторых играх, ребята, даже один уровень — это уже смертельный перебор, блин. А здесь 6 уровней, и мы как навозники с тобой копошились и не могли ничего сделать, блин. Ну это не серьезно. Поэтому я вот считаю, ребята, справедливо, что если буду брать, блин, против них одного топового бойца, ну нафиг с ними на равных драться, это себе дороже получается. А ты берешь тупого бойца, вот так вот просто кидаешь бомбочку невзначай. И то, ребята, они не упали, прикинь. Семидесятник против 55-х, и то не упали. Ну это, ну что тут вообще можно говорить? О чем, ребята? Просто надо с этим свыкнуться, привыкнуть. Но я не могу, ребят, с этим свыкнуться, понимаешь? Я считаю, что это несправедливо так делается. То есть, представляешь, вот у нас, например, с тобой там максимальный уровень сотка. Если бы у врага была бы сотка, тоже максималка, я бы его здесь не смог бы вырубить вообще никак. Он бы меня тут по ветру пускал бы, как навозника, понимаешь? Я ничего бы не мог бы сделать бы. Абсолютно. Какой бы я бы здесь отряд бы не взял бы, меня бы все равно разносили. Потому что мы с тобой даже на 6 уровней берем отряд, и то не можем их вырубить. Ну, о чем? Об чем тут можно разговаривать? Что ты делаешь, дурила? Никакого у вас негатива не было, он взял дебаф делает. Ну, это его проблема, на самом деле. Так, ну, мы с тобой здесь нормально, кстати, разрулили ситуацию. Соответственно, прыгаем дальше. Кстати, Лига Сёгунов 2 не за горами, ребят. Буквально еще, наверное, 2 поединка, ну, 3 максимум. И мы уже будем на... новые, так сказать, лиги. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну, тут я вообще не волнуюсь, ребята. Армагон, как говорится, в кармане. Валунчик при нем. Сейчас чпок. И все будут отдыхать с копом дружно. Вот и все. Ну, потому что это Армагон, ребята. Вот за все время, что я играю, я думаю, что вы тоже сделали офигенные выводы для себя. Какого персонажа стоит брать, какого не стоит брать. Как, например, вот, например, на... К примеру, я тебе говорю, что Армагон может вытянуть команду из слабаков. Один, в соло. Если у тебя есть откаты, ты можешь просто, ребята, проходить события или какие-то там эти, просто брав Армагона в команду. Одного Армагона
и остальных там каких-нибудь там слабачков. И за счет этого просто разруливать игру вдоль и поперек. Единственное, чтобы у тебя были откаты. Кто-то мне написал: Рэй, ты не поверишь, у меня 800 откатов. Почему не поверю? Поверю. Я сам копил, там не помню, около 300, по-моему, у меня было, или даже больше. Просто в один прекрасный момент мне пришлось их тратить, все. Поэтому даже 1000 не удивлюсь, или 2000, я не удивлюсь, ребята, этому. Откаты — это дело нажимное, ты их получил, ты их потратил. Так касается всего, ребята. Когда-то нам жетоны нужны были позарез. Теперь они нам нужны? Нет. Они у нас просто копятся. И я еще раз говорю, жалко, что в этой игре нету обменного пункта, где бы я мог, например, жетоны обменять, ну, грубо говоря, на эксперт снаряжения. Ну, так вот, предположим, да? Или на тот же самый опыт хотя бы для своих бойцов, чтобы они опыт повышали. Но здесь такого нету. Поэтому они просто у нас копятся. Так же, как и кристаллы копятся, хотя они нам нафиг не нужны. Ну, что ж поделаешь. А раньше какая у нас была битва за них? Ух... Как вспомнишь, так вздрогнешь. А сейчас, да, конечно, когда мы с тобой добились того, что хотели, когда у нас все по максималке, я имею в виду там по жетонам, еще что-нибудь, конечно, в этом сразу же потребность исчезает. Тыч, нормально. Тычок такой. Так, ну-ка, пробьешь. Подожди, а почему я... Что такая слабая команда-то у меня? А, я за счет Донателло хотел разрулить, да, друзья мои? Ну, как всегда. Я, как всегда, в своем репертуаре. Постоянно забываю, что Донни, он хорош в защите. А в остальном он, ну, ни о чем, ребят. По атаке так это точно ни о чем. В защите, да, в защите топ. Я сказать ничего не могу. Тут только за счет левела он пробил. Потому что он как-никак сотка все-таки, ребят. Но по защите ватник. Ой, по атаке. По атаке ватник. По защите нормально. Так, ну что, тут у нас 15-20. Может быть, дадите мне все-таки 16-21, например. Я не откажусь, не? Ага, далее. Вот здесь, подожди. Да, игра, друзья мои, на ровном месте что-то перезагрузилась. Сама по себе. Так, я 16-21 искал же, да? Блин, ну вот же, было же. Было тебе 16-21, ну хер ли ты делаешь, а? Так, Макман. Да, в принципе, тут, наверное, Макман один затащит, скорее всего. Сотка против 61-х. Не факт, что он всех победит. Но парочку там положить должен на боковую. Отлично, ну и супер... Ой, обычный Шердер... добьет этих двух засранцев. Вот и все. Все прекрасно, все великолепно. Ну, а мы с тобой дальше бежим. Так, 62-ю давай. 61-я, ладно, пойдет. Так, опять же ищем 16-21. Вот. Ну, давай возьму Рафаэля, отыграю. И, например, Леонардо, вот двоих. Хотя, ребят, хотя, Рафаэль, он может сам за себя один спокойно отыграть, но если команда, например, будет без массовых атак. Почему? Потому что если будут массовые атаки, его провокация, она как бы не особо спасет моих бойцов, кого он будет защищать, если мы с тобой возьмем, например, слабых бойцов. А так, когда ты его ставишь в провокацию, его начинает постоянно бомбить, 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 и он начинает контратаковать, он за счет контратаки просто пробивает их всех, всех врагов. Но опять же, ребята, не забывайте, что те бойцы, которых он прикрывает, и если они уровнем ниже, не дай бог, массовые атаки просто-напросто их прибьют. Хоть и Рафаэль будет контратаковать. То есть они быстрее, ну, быстрее нас уничтожат. Рафаэль будет давать сдачи, будет валить, но каждый, если сделает по массовой атаке, то это будет очень-очень неприятно. Так, ну давай волну, наверное, запустим здесь. Прекрасно, прекрасно, ребят, сработало. И баллончик от Мондагека. Ну, здравствуйте, ну что это, ну... Ну давай кофейку, блин, неудачного запустим. Давай его на пассатиже. Хорош.
Вот этот носорог, ребята, мне кажется, выглядит, именно выглядит, он выглядит уродливо, но он самый такой по-свирепому смотрится, да? По-ужасному, так скажем. Такой абразина, так скажем, даже. Так, ну что, возьму, наверное, здесь Пиццелицева и... Пускай Рафаэль будет, которого мы с тобой сегодня наверняка прокачаем до 83-го, а может быть даже до 84-го уровня. Посмотрим, сколько у нас там будет мутагена. Так, что, не понял, это кто там? А, майки там выделываются. Вот это выделывался. Давай, Рафаэль, добивай. Топ. Молодец, красавчик. Вырулил ситуацию. Так, ну а мы с тобой попадаем на 21 место. То есть лига сёгунов 3 звезды будет через поединок другой, да? Раз, два. То есть еще один, может быть, два поединка, и мы с тобой уже будем в лиге сёгунов 3 звезды. Ха-ха, где лига сёгунов 3 звезды, там и лига мастеров. Где-то там в краю далеком ждет меня. Ну что это, ну Рафик. Ой, началось. Началось, блин. Я что-то, честно говоря, думал, что он сразу завалит. Но не тут-то было. Да. Ну давай. Прекрасно. Прекрасно. Но все равно что-то меня Рафаэль немножко здесь огорчил. Я думал, хоть кого-то положил, а он никого, ребята, не уронил, абсолютно никого. И оставил им чуть меньше половины хп. Но так не делается. Лучше бы ты кого-нибудь шлепнул, одного-двух, у остальных оставил бы половину хп. А не так, что у половины, блин, точнее, у всех половина хп. Некрасиво. Ну, давай пробьем, попробуем Аллапекс. Ну, уровень уже не тот, ребят, конечно, у нее. Хотя, нормально, друзья мои, пригвоздила. И вот самое противное, что она делает, после вот этой вот массовой атаки, она же на себя вешает дебаф в плане того, что она понижает атаку потом. Это как и у кого у нас? У Супер Шреддера, да, по-моему? Или у кого? Когда он делает массовую атаку, у него там понижается какой-то баф, я не помню там. Меткость, по-моему, понижается. То есть, зачем такое делать? Ну, для меня загадка, ребят. Зачем самого себя наказывать? Не знаю. Типа, мощная атака, так давайте тогда всем делайте, у всех массовых атак делайте тогда какие-нибудь негативные эффекты. Чтоб неповадно было. А то... как-то несправедливо. У кого-то есть, у кого-то нету. Бонзай. Ну, с маузерами понятно, друзья мои. Тут шутки плохи, они пробивают все на своем пути, так что... это одни из топовых бойцов маузера. Так, 16... что-то у нас 16-21 уже вот как идет. Я уже даже сбился со счета. Так и идет, и идет, и идет. И не дают мне 16-22, как ни странно. Так, ладно, берем крокодила. Так. Поехали. Кожеголовый, наверное, будет по инициативе здесь первым ходить у нас. А, Карайка. Я забываю, да, что у Карайки, ребят, инициатива круче. Красиво. Вот тут красиво было. Так, а что у нас сегодня? Пятница? Сегодня, по идее, должны быть... да, эксперт снаряжения. Пойдем получать. Так, ну давай вот это возьмем. Крэнк. Раз, два, три, четыре. Ну тут двойка и тут... то есть опять же один, ребята, у нас будет не в удел. То есть он будет не использован. Ну чё, Крэнк, давай влупим, наверное, лучом. Может был бы ракетами, но луч посильнее будет. И плевок такой. На тебе. Причем этот плевок, ребят, понижает еще и атаку. Хороший плевок, да?
Ну что, полтишок дашь? 52-й. 16-22. И, друзья мои, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, это последний поединок у нас получается. Ну, поехали. Интересно, у Саги здесь одного хватит? Мне кажется, нет. Говорю же, не хватит. Все, все казалось довольно просто и легко. Ну что, ребята, с ареной на сегодня закончили мы. Лига Сёнга, ну, я думал, я надеялся, что мы перейдем все-таки в Лигу Мастеров, но, видишь, не получилось. Ну, не получилось сегодня, получится завтра. Так, Кирби, да, этот у нас? Кирби-мышь. Здесь забираем это. Пройти серию испытаний. Ну что, пойдем, ребят, скоро уже Крэнгвич будет нас ждать в гости. Так что пускай, как говорится, готовится. Я вот не могу понять, это зуб? У него там один... А, два зуба. Я думал, что один зуб. Просто он как-то там... Какой-то вообще страхолюдина, на самом деле, этот Джастин. Просто страхолюд. Смесь непонятно как... кого, чего. Какой-то слизень с чем-то, с кем-то, блин. Ну, безобразный, короче, чувак этот Джастин. И назвали тоже еще так Джастин. Почему Джастином? Давай смертельную волну. Ну, я понял, тут не тот уровень, да, чтобы смертельную волну применять. Она их уже не роняет. Давай их вот так сделаем. А эти должны по ступеньке, наверное, упасть. Ну да. От постепенного урона, да, они отдуплились. Забираем. Так, ну что, пошли теперь в поединки. Он нам нужен Рафаэль оригинальный. 10 3D очков. Так, 2. Ага, 3. 4. Ну и началось. Я думал, как хорошо пошло. Ага, 5. 6. Ну, 6. Давай еще, еще, еще. 4. Так, 7. Ну, господи, ну, 7. Ни в какую, ребят, не хочет. Так, 8, еще двое надо. Настольный вентилятор и сотовый телефон выпадает. Особенно сотовый телефон тут вообще везде лезет. Смотри, а. Так, и последний. Пицца кончится сейчас. Сейчас кончится, ребят, пицца. Да ладно, ты серьезно, не дашь мне... А, во, все, нашли. Все, ребята, нашли мы очки. Ну, и 14 шляп с напитками. Это уже будет в следующий раз. До 84 уровня прокачал нашего Рафаэля. Здесь забираем награды. Так, и смотрим, ребята. Оп. Отлично, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Рафаэль оригинал здесь. Давай-ка мы посмотрим на автобойчике, ребят, как пойдет дела. Ну, это первая, как говорится, драка, так что здесь, я думаю, нормально. Хотя уровень, опять же, у противника 70-й. Давно я вот этот удар, кстати, не применял, который сейчас Усаги сделал. А это называется дух мщения. Ну, типа контратака за другого бойца. Грибы. Ну, Рафаэль двойной атакой, молодец, красавчик. Усаги сразу наповал. Молодцы. Красиво. А, гриб же здесь, босс, друзья мои, гриб. Я уже давно
Это самый первый босс вообще в этой игре, ребят. Насколько я помню, гриб вот этот вот. С какой-то фигней, которая у него из груди растет. Непонятно. Это фигня. Или это пришелец туда внедрился, или черт его знает. Вообще, такой гриб разве был в мультике? Я что-то не знаю, ребят. Вряд ли такой гриб был в мультсериале. Снаряжение дух получил. Ну и попробуем теперь, друзья мои, пофармить. Нормально. Вообще, вот обожаю, когда так вот просто бац. И с первой попыточки. На тебе, как говорится. Бонус такой. Просто с первой попытки экспресс-снаряжение. Ну, я считаю, это фартануло, ребят. И это очень круто. Фартануло. Прикинь, так три события проходишь. Три события проходишь. Из трех событий сразу с первой попытки тебе выпадает экспресс-снаряжение. Это вообще, блядь, просто будет топ. Топ-топов. Тюх. Не добило, к сожалению. Так, Раф решил сделать массовую. А я не понял, почему у Саги у нас с негативом, с постепенным уроном. Это кто на него повесил? Так, давай, гриб, просыпайся. Ну, 80 уровень все равно, ребята, расклепаем мы его. Я не знаю, правда, Рафаэль, конечно, небольшой опасности у нас 84 уровня. Да нет, тут порвем. О, видал, какой дебаф сделал. Минус скорость. Кому-то минус атаку там еще повесил. Но мы его тут все равно, друзья мои, расклепали. Давай. Снаряжение дух. Ну что, пробуем? Да ладно. Ты серьезно? Ну это, блин, вот здесь, ребята, опасно. Вот здесь опасно. Рафаэля я, наверное, зря оставил здесь. Просто зря, потому что, ну вот, 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 вот об этом я и говорил, друзья мои. Они сейчас будут его пинать. Они будут его пинать, шпинять и тому подобное, блин. Тут, наверное, все-таки придется нам, ребят, самим проходить. Без автобоев всяких там. Так, плевочек. Добьешь? Молодец. Если что, у нас есть хил. Хил у нас Лео. Да ты заколебал, а? В плане, он даже... Он по контратаке... Какой фиг, он по контратаке, ребята, даже ничего сделать не смог, а? Фига себе. Ну-ка, давай, куда еще? Жги. Прекрасно. Ну, 90 уровень. Так, ну что, гриб помойный. Главное нам первым нанести урон. Двойная... Давай двойной атакой. Ага. Так, у Саги... Давай баф сделаю. Отличный баф. Проникающий. И добиваем. Вообще ничего не успел сделать. Охламонище, ребята. Просто охламонище. Так, снаряжение дух. Ну что, фармим? Нож для пиццы. Последняя попытка. Вот здесь, ребят, нам не повезло, да? Дух снаряжения мы не получили. Но зато два эксперта снаряжения, это очень хорошо. Кто-то спрашивал мне, писал, ну, в комментариях: Рэй, а сколько у тебя экспертов снаряжения? Давай посмотрим. Ой, подожди, как там делается-то? А, вот, вот, ребят, 43 эксперта снаряжения у меня. Общая сумма 43 эксперта снаряжения, так что немного, это немного, ребят. Это, я даже сказал, наверное, мало, очень мало. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!